Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 886. События дня. Откровение 10.6. Времени уже не будет. Ефесянам 5.16. Дорожа временем, потому что дни лукавы. За 20 мая 2018 года. 1 Коринфянам 7.29.31. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. И плачущие, как не плачущие. И радующиеся, как не радующиеся. И покупающие, как не приобретающие. И пользующиеся миром сим, как не пользующиеся им. Ибо проходит образ мира сего. Артур Алехин. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Смотрю, у вас в общине уже который день обсуждается вопрос о том, как бы сделать так, чтобы женщины не соблазняли мужчин. Не кажется ли вам это какой-то нелепой, что ли, проблемой, какой-то детской? Взрослые люди же все. Ну, был бы рядом от Артур, тогда можно было верить. Из чего бы она эта проблема? Вот попробуй, исключи это слово-то. Проблем. Вот уже увидишь, что будет все время проскакивать это дело. Но с чего началось там? Вы знаете, что там было, кто сказал, кто начал это. И теперь нужно все это обосновать и показать, что человек, как раз вот мы вместе здесь и мыслим. А он что-то там увидал. Ничего не увидал. Такого одеяния, такое целомудрие, как у нас. Я вообще говорю, покажите, где, в каком месте есть, чтобы даже младенцы и те были одеты по форме. Это же не монастырь. И он стоит сзади. Теперь надо стенку ему ставить, не видел. Да у тебя в башке же это все, а не в стенке где-то. Ну и что, выставили в коридор, там стой за стенкой, считай уставы. И все, вопрос решился. Но людям надо объяснить, понять. Объяснить надо. Тем более вчера, какая проблема. Я вот не верю, что ты в этом, слово-то Божие это. Это у тебя вся, весь вопрос в этом. А ты бы верила, 22 места привел из Писания. Что такое? Как это? На чем можно соблазняться? Нет. И почему его именно наклон женщины так интересует? Это все надо было объяснить. И тогда, когда он здесь появляется, тогда к нему отношение другое будет. Если бы это было на улице где-то, никто не говорил. Люди-то остались здесь. Человек, который это ляпнул-то, отношения со всеми попортил. Что дальше-то? Понимаешь, вот просто так вы в стороне не знаете, это надо все на место поставить, как говорится, разрулить. Но осталось ровно 2 недели, как я там буду. Будет еще собрание, все будет объяснено, поставили на место. Он хотел свободу, он все время свободы хотел где-то. Пожалуйста, полная свобода будет дана. Ищи квартиру, никакой помощи тебе не будет. Покажи, ну 30-то лет, ты можешь сам себя прокормить-то. Это у нас очень просто делается-то. А со стороны-то, ты сам знаешь, как Шатар Руставели писал в «Витязи тигровой шкуре-то». Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Тебе кажется, почему вот, ты никакого отношения не имеешь к общине. Женщины обиженные, которые... Он же на улице еще сколько им там наговорил-то. И мужья там об этом говорят просто так с улицы. Ну, там сосед обматерил, прошло здесь не так. Это община. Христианская община, от которой много трудились. Нарушено практически все, все правила. Это хамство. Вот оно здесь вылезло. А со стороны люди все равно правильно делают. Так он и делает. Их надо отгородить. Женщинам меру надо знать. На его стороне, который сказал, тоже проявляются. Какие? Вот такие же, никакие. Их нельзя назвать ни подкаблучи, ни никто. Ну, дурь. А женщина тебе все готовит, шьет. Ну, говорится, и тебя-то мать-то родила. Но он оставленный был матерью или как там, я уж не знаю. Один где-то рос. Нигде был-то где? Ну уж позади-то что? Мрак, наркотики. И его тоже надо поставить на место. И был здесь, и все время возникало. А делать ничего не умеет. Вот в этом непростом вопросе надо поставить все на место. Люди-то остаются. И как стоят, как чинно, нигде ничего, даже не обтягивающая одежда, такие вообще шикарно. Так что они так это кажутся. Не кажутся нелепой, потому что я здесь, в центре, в эпицентре событий. И все стоит на месте.
А так просто махнул рукой, ничего не надо. Почему? Потому что ничего этого нет. Ходишь среди полуголых, ходят буквально в одних трусах. Посмотри на своих, как они одеты, без платков. Молитвы нету. Ну, посмотри. Поэтому у тебя опыта никакой, нулевой опыт. Общение в общине. Так что просмотри внимательно собрание, вот это, которое последнее. Тебя оно задело, ну, при вчерашнее воскресенье. Константинка пишет. Спасибо, нужно накопить и приобрести ваши бесценные книги, так как опасаюсь, что когда вы отойдете ко Господу, ваш сайт пропадет. Информацию со временем будет утеряна. Но, возможно, найдутся люди, которые захотят зарабатывать на ваших трудах, и все созданное вами будет жить через это. Может, люди добросовестные будут заниматься всем этим, что, конечно же, скорее всего. Еще раз спасибо и простите за откровение. Добрый день, Игнатий Тихонович, а где ваша кошка Буска? Еще интересуется. Я отвечаю, она уже в Потеряевке на лето, со мной тут Паля. Даже интересует это. Тебя не интересует там впереди одно, а это вот о книгах, где они, как будут, что. Ну и хорошее дело-то. Благодарю за внимание. Молитесь, тут ничего нельзя сделать. Галина Влеска, мир вам. Трагичные часы мои миновали. Привыкаю жить без мамочки. Молитва моя и в мамочкином мытарстве легка. Господи, помилуй рабу твою Анастасию. Просмотрела ролик о вашем отношении к врагам. Обрати их, Бог, к вере православной, а первее к любви ближних своих. А завтра день памяти апостола Иоанна Богослова. Смотрю на прихожан, и не только своих. Право, как малые дети беспризорники. И по одежке, и по шатанию, и по храму, и по вере. Не научены одинаково. Каждый приход имеет свои правила. А наш батюшка вот так. А наш вот тедек. Как, на что, кто гораст. Гордость житейская. Вот попробуй это человеческое скинуть пласт за пластом. Да еще со стороны. Тут-то тебе и напомнят про чужой монастырь. Вот впереди говорили, она уже ответила на это. Вы, Игнатий Тихонович, истинный наставник всех любящих вас. И мы работаем, передаем от вас услышанное всем с необрезанными и обрезанными ушами. Не молчим. Что же, враги нам лучшие друзья. Больше гонений, выше награда. Удобная вера, удобные приходы, удобные настоятели и так далее. Кто это придумывает? Не видно за всеми этими удобствами Христа, которому, ой, как неудобно было с гвоздями на кресте. Уничтожено наше священство под корень. И кто же теперь вместо них еще плачевнее, чем те, которых Отец пустил под нож? Божьи планы не наши планы. Претерпевший до конца спасется. В прошлом году прочитала мамочке вашу книгу о истинном православии. Мама сказала, сколько прожила, и всюду была в основном только ложь, обман. Всегда жила на стороже. Автор пишет правильно. Свобода чувствуется, и нет у него трусости. Первый раз прослушала старушка, она ушла уже в вечность. Первый раз прослушала. Вот этим всем, которые нападают. Ну, они еще могут представить. Ну, вот таким людям. Да хочу он представить, если ничего нету. Ничего он не может представить. Вот так. Последние 5 лет моя мама вела ангельскую жизнь, искоренела ропот и всем тихо улыбалась. Конечно, хочется молиться, общаться, вести переписку с друзьями по вере, как радостно это делать с единомышленниками. Соль земли, светильник в доме. Какие слова оставили нам евангелисты? Ласковые и понятные. Премудрость прости. А вы боец по духу, да еще и праведный. Удивляюсь вам и низко кланяюсь трудам вашим. Верую, что след ваш принят, там запечатлен. Дарую вам Бог здравия и бодрости духа на многие благие годы. Благодарю Бога за нашу встречу. Дивлюсь до сих пор этому событию. Просмотрела ролик о нас со Светланой в вашей общине. Сообщаю дополнительно, что обращена ко Христу ученицей, плюс протоиерея, или не плюс, это протоиерея просто, Александра Пивоварова. Мирским словом мода в 1993 году, в марте. Число не запомнила. В Константинополе, во время туризма. Дивные дела твои, Господи.
Впервые мне Ольга показала Евангелие и молитвослов и сказала, что быть верующей сейчас не только полезно, но и модно. Верующей себя считала всегда. Теперь знаю, что по-детски, как научили старшие родные, но как это надо, модно верить, это для меня стало задачей номер один. Утром проснулась, совсем другой, в голове только мой путь. Как где достать книги, прочитать, понять? На это ушло 10 лет. И были скорби, были. К священникам молись, причащайся. Акафиста выполнила, опять зарясу вцепилась-то. Что еще? Дела добрые, делай хорошо. Выполняй, мне этого мало. Кто? Кто он? Где ты? Единственный безгрешный искупитель. Как тебя постичь моим разумом? Случайно рыская в интернете на форуме у Кураева и Радиакона, вижу в его новостях беседу с бородатым, седовласым, худеньким человеком. Открываю, слушаю. Запрыгала от волнения и радости, нашла живого рядом проповедника, простецкого и, наконец-то, понятного, исконно русского, без лжи и недомолвок. Вот вы трогаете эти ворота лживого православного удобства и обломовцам. А обломовцам и неудобно, и начинает рыть себе яму, удобно думая, что для вас они роют. Так они научены своими старшими, но не Библией. Книги не было, а теперь есть. Так что битва только начинается, и вы первый укольчик, игла. Мужайтесь, ибо Христос победил мир. Без сомнения и в радости и молитве за вас. Бесконечная аллилуйя. Слава Творцу, показавшему нам свет вечный, не вечерний. Аминь. Елена Фаур. Сегодня говорили о том, как должна быть одета женщина-христианка. Так вот, посмею рассказать о случае, который произошел со мной в пятницу. Я хожу на занятия по изучению Священного Писания в Антиохийскую церковь, где женщины одеты кто как хочет. После занятия одна женщина встала и сказала всем, что так, как одета Елена, мы, христианки, должны одеваться. После чего некоторые сказали «да», а другие опустили голову. Поскольку отношение здесь к русским женщинам предвзято и считают, что половина из ночных клубов здесь, у них и у других сломается стереотип о русских христианках, когда мы не будем давать повод для разговоров. Еще один пример. И на работе приходят и христиане, и мусульмане, и все относятся с уважением. И поначалу не понимают, как так. Она русская, а одета вон как. На нас смотрят, и мы должны видом своим прославлять. Виталий Калиников. Аллилуйя. Екатерина Тинникова. Хорошие слова назидания Тертуллиана, обращенных к сестрам. Кавычки открыты. Если бы на земле было более веры, нежели сколько ожидается награды на небесах, то я уверен, возлюбленные сестры мои, что ни одна из вас, познавши Бога и размыслив о собственном бедствии, не захотела бы казаться веселой, а тем паче гордою в своем одеянии, но напротив того, верно старалась бы носить самые грубые и простые одежды. Изобретатели украшений. Я хочу сказать, мнимые сыны Божии, оставившие Бога для обладания дочерьми человеческими, были осуждены на смертную казнь, и сие послужило также и к бесславию жены. Они-то или потомки их изобрели эти, открыли многие вещи, скрываемые тщательно природою. Повредить всему предназначению – мы изобрели к тому и наилучшее средство, состоящее в том, чтобы ослепить их пышным убранством. Можно ли так же, что лучшего сказать в пользу драгоценных камней, почитаемых дороже золота и серебра? Не одинаково ли они вещества с кремнями и бесплодным хрящем? О сих драгоценных камнях можно уже решительно сказать, что они никакой прямой пользы не приносят. Их нельзя употребить ни на фундаментах домов, ни для постройки крепостных стен. Они служат единственно для удовлетворения честолюбия женщин и умножения их гордости. Не думаете ли вы, любезные сестры, что лучшее средство стереть главу змею состоит в том, чтобы так дорого ценить его извержение? Его извержение чудесно. Не явно ли это признак, что вы безмолвно ему покоряетесь?
Это похоже на то, как если бы вы захотели уверить меня, что языческие зрелища и идолопоклонство согласны с волей Божьей. Стало быть, если христианину не дозволено присутствовать на языческих зрелищах, то он равномерно не должен присваивать себе права и обращать в свою пользу золото и драгоценные камни, созданные Богом единственно для его славы. Влечение же к тщеславию, не основанное на добрых делах, поддерживается единственно похотью. Мы видим разорение фамилии от приобретения каких-нибудь ящиков и шкатулок, видим стоимость целых лесов и островов, украшающих нежную голову, видим несметные доходы, висящие на ушах честолюбивой красавицы. Можно ли сказать после всего, что честолюбие не торжествовало, когда на женщин тратятся столь неимоверные издержки? Знаменитые служительницы Бога Живого, любезнейшие сестры мои, позвольте, чтобы я в качестве вашего собрата, хотя и считаю себя недостойным всего достохвального имени, движимый не чувством тщеславия, но одним побуждением любви к делу вашего спасения. Как мы все составляем храм Божий через освящение нас Духом Святым при крещении, то чистота сия должна быть привратником и стражем всего храма, дабы не входило в него ничто нечистое, ничто мирское, и дабы Господь, в нем обитающий, видя жилище свое оскверненным, не удалился из него с негодованием. Многие из вас под видом мнимого неведения ведут себя невоздержанно, как будто бы чистота состояла только в том, что удаляясь от грубых плотских удовольствий-то, и как будто бы наружность, то есть наряды и украшения тела совершенно ничего не значили. Главное, сердце, сердце и сердце. Вам, любезнейшие сестры, надлежит отличаться от них, язычниц, в одеянии столько же, как вы от них отличаетесь во всем прочем. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Ну, это, конечно, высокая шкала. Я против всяких украшений, но все-таки побеседуй с ними. Сие совершенство, я хочу сказать, христианская чистота, должны заставить отвергать желание нравиться посредством искусственных прикрас. Мы должны иметь наружность такую скромную, степенную, христианскую, чтобы совесть ни в чем не могла нас упрекнуть. Зачем нам стараться губить наших братьев? Зачем притворными прикрасами возбуждать в сердцах их похоть? Если всякая вообще слава суетна и бесполезна, то какого презрения достойна та слава, которая извлекается от слабых нарядов тела? Первые ученицы Христовы, к вам обращаю речь мою. Если позволено хвалиться чем-либо, то надо бы нахвалиться единственно духовными благами. Прекрасные качества тела не должны нас много занимать, потому что долг наш есть украшать только душу свою. Слава наша состоит в заслугах добрых дел. Можно допустить, чтобы христианин хвалился своей плотью, но плотью изможденную, покаянием и как бы отвердевшей от святых подвигов, дабы изможденная таким образом плоть доставляла торжеству ума, а не унижала его, привлекала его. Екатерина Тинникова. Привлекла на себя взоры и вздохи какого-нибудь безумного молодого человека. Не должно выходить из границ скромной благопристойности, приличной опрятности. Надо бы начинать с того, чтобы нравиться Богу. Наиболее оскорбляет его безмерная склонность многих женщин употреблять всякого рода снадобья, чтобы красить лицо и щеки свои румянами, чтобы чернить свои брови сажею. Видно, что простое творение Божие им не нравится, когда они находят в нем недостатки. Они осуждают премудрость Верховного Творца всех вещей. Ибо исправлять или переделывать то, что сотворено Богом, значит именно осуждать его. Но кто учит их поступать так? Не иной кто, как враг Божий, как дьявол. Что приемлем мы от рождения, то творение и есть рук Божиих. А что к тому прибавляем, то ни от кого иного происходит, как от сатаны. До сих предначертаний познайте из сих, любезные сестры, как недостойно имени христианина и противной религии, вами исповедуемой, искусственно себя наряжать, тогда как вам предписано соблюдать священную простоту во всем вашем поведении.
Иные из вас беспрерывно занимаются мазанием своих волос, чтобы доставить им белокурый цвет. Они как будто стыдятся своего отечества и сердятся, что рождены не в Галлии или Германии. Они стараются насильственно придать волосам своим то, чем природа одарила сии народы. Но придет время, когда они ничего не упустят, чтобы белые волосы опять обратились в черные, и когда старость возвестит им, что они слишком долго наслаждались жизнью. Какая несообразность! Люди стыдятся возраста, до которого усердно желали достигнуть. Чем кто более старается скрывать свою старость, тем более она обнаруживается. Если ты хочешь никогда не стариться, то сохраняй свою невинность, приобретенную крещением. Сию ты нетленную красоту должны мы стараться соблюсти, пока не переселимся на небеса, где невинность наша получит возмездие. Дай Бог дал бы, чтобы в великий день торжества христиан не было позволено мне, бедному грешнику, поднять голову до гордой вашей высоты, дабы быть свидетелем, воскреснете ли вы с вашими румяными белилами, с вашими благовониями и пышными волосами, и представят ли вас ангелы Иисусу Христу с этими светскими нарядами и украшениями. Но, к несчастью вашему, тела и души должны воскреснуть, обнаженные от всякой чуждой примеси. Отвергните верные служители Иисуса Христа, отвергните мужественно все эти прекрасы и наряды. Подобно как бы отринули тех позорных людей, которые торгуют девственной чистотой. Мы тот возлюбленный народ, который создал Бог при конце веков. Он предназначил нас от вечности на то, чтобы мы здраво судили о ценности времени, дабы, будучи наставлены в этом божественном учении, отметали все излишества века сего. Мы духовно обрезаны от всех вещей по духу и по телу, и должны духовно и телесно переменить правила мира сего. Вероятно, Он, Бог, же и произвел золотые игрушки, блестящие множеством драгоценных камней, и проткнул вам края ушей для привязки к ним великолепных жемчужин. Но положим, что сам Бог даровал все эти вещи-то, и что Он возводил употреблять их. Положим, что пророк Исаия, Исаия 3, 16-25, именем Господним не вопиял против женских багряных рис, что он не порочил их золотых вплетений, перстней, манист и запястья, что он ничего не сказал насчет множества других их суетных украшений. Убедимся как следует, что сей божественный строитель с самого начала мира учредил все премудрым образом для испытания добродетели верных своих учеников, расположил так металлы и минералы, чтобы данная им свобода пользоваться ими могла умножать заслуги их по мере того, как они станут лишать их себя. Не случается ли иногда, что умный отец семейства нарочно выставляет наружу некоторые ценные вещи для испытания верности слуг своих? Счастливы они, если покажут знаки своей честности и воздержания. Но сколь достохвальнее тот слуга, который отказывается от того, что ему предоставлено, и который даже боится излишней снисходительности своего господина. Таково мнение апостола: «Все мне позволительно», — говорит он, — «но не все назидает». 1 Коринфянам 10:23. Екатерина Тинникова ставит материал. «Вы не посещаете языческих храмов, не присутствуете на их зрелищах, не бываете на пиршествах богов. Обыкновенные же плоды расточать такую пышность в одежде состоят именно в том, чтобы находиться в собраниях, чтобы видеть других и себя показать, чтобы блеснуть суетным тщеславием, чтобы выставить на продажу целомудрие». Но вам, верные служительницы Господни, вам принадлежат иные спасительные побуждения выходить из дому. Вы должны или посещать больных, или присутствовать при богослужении, или приходить слушать Слово Божие. Все сие суть упражнения благочестивые, воздержанные и скромные. Если благопристойность, дружба или обязанность заставят вас посетить языческих дам, то почему не являться вам к ним со своей простотою, тем более, что вы хотите следовать по пути веры? Через это покажете вы существенное различие между служительницами истинного Бога и служительницами дьявола. Вы послужите им назидательным примером. «Прославьте Бога, — говорит апостол, — в телах ваших».
1 Коринфянам 6:20. Если же Бог прославляется сохранением чистоты, то Он прославляется также и пристойной одеждой, и приличным одеянием. Вот как интересно все это. Приличным одеянием. Попробуй сказать сегодня. Мы известны еще, мне известны другие возражения некоторых женщин. Мы боимся, говорят они, чтобы имя Божие не подверглось хуле, когда мы откажемся от прежних уборов. Подлинно великая хула, когда кто скажет о ком-либо из вас, эта женщина стала скромнее, сделавшись христианкой. Как? Неужели вы боитесь прослыть беднее, сделавшись богаче? Нам должно опасаться, чтобы не подать справедливейшего предлога к хуле. Действительно, может ли что быть соблазнительнее, как видеть христианских жен, которые, нося звание священных хранительниц чистоты, являются публично разодетыми и разрумяненными, подобно блудницам? Какое тогда будет различие между вами и этими несчастными жертвами нечистоты? Священное Писание вразумляет нас, что наряды и раскрашивание лица знаменуют любодеяние тела. Господь, наименовав великую блудницу, сидящую на многих водах, дает ей одеяние, сообразное с ее именем, и жена, сказано, облечена в порфиру и в багряницу. Откровение 17:1-4. Одеяние подлинное, проклятое, без чего не было бы она и названа мерзкою прелюбодейцею. Иная из вас, может быть, скажет мне, я не имею нужды в одобрении людей, свидетельства их мало меня беспокоят, Бог видит сердце мое, Он один мой судья. Пусть и так, но вспомним, что говорит на этот счет апостол. Кротость ваша известна, да будет всем людям. Филиппийцам 4:5. Какой же также смысл заключается в этих словах-то? Так да светит ваш пресвет пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. То есть не сокрыто. Для чего Иисус Христос называет нас светом мира? Для чего сравнивает Он нас с градом, который не может укрыться наверху горы? Не для того ли, чтобы мы просвещали людей, находящихся во тьме, и возвышались над людьми, погруженными в пороки? Светильниками мира мы становимся от добрых наших дел. Дела же сии, когда они истинно хороши, не любят мрака. Они должны быть обнаруженными. Посему для христианина недовольно быть целомудренным, надобно ему таким и казаться. Чистота сия, если смею сказать, так должна быть изобильна, чтобы из сердца изливалось на платье, а из внутренности сорошало всю особу. Впрочем, я не знаю, в состоянии ли руки, привыкшие к запястьям, поднять тяжесть оков. Сомневаюсь, чтобы голова, покрытая изумрудами и бриллиантами, не отступила подло от меча, которым мы ежечасно угрожаемы. А потому, верные служительницы Иисуса Христа, привыкайте к самым труднейшим вещам, и вы не ощутите их при случае. Откажитесь от удовольствия и нарядов, и вы не пожалеете о них никогда. Будьте всегда готовы переносить жесточайшие удары, и не имейте ничего такого, с чем тяжело вам было расстаться. Все блага мира сего не иное, что суть, как цепи, задерживающие полет нашей надежды. Отвергнем все эти земные украшения, если хотим блистать на небесах. Остерегайтесь любить пагубное золото, которым запечатлено главное преступление израильтян. Исход 32:26. Вам должно ненавидеть то, что погубило иудеев, заставив их оставить Бога для поклонения творению рук своих. Впрочем, время христиан всегда, и особенно ныне, есть век железный, а не золотой. Нам готовят мантии мученичества, ангелы нас в них как бы уже облекают. Представьте же перед них. Предстаньте, отличаясь красотой и приятствами апостолов. Простота и целомудрие да будут единственным вашим убранством. Начертите на глазах своих смиренную скромность, происходящую от благоустроенной внутренности. Привяжите Слово Божие к ушам, а иго Христово к шее своей. Покоряйтесь мужьям, этого довольно для вашего украшения. Занимайте руки свои
прядением и удерживайте ваши ноги в кругу домов ваших. Ноги ваши от того сделаются более красивы, чем от избытка золота. Исполняйтесь радостью мудрости, святости и чистоты. Если вы так себя украсите, то сам Бог будет вашим верным и вечным подружием, то есть друзьями. Об одеянии женщин, о женских украшениях, Тертуллиан, III век. Елена Фаур, аминь. Рустик, мир вам. Обличили, да, есть такое извращение в разуме. Плод греха юности моей. Но я борюсь со своим грехом до крови, и раньше боролся, и бороться буду, пока не искореню. Немощи тоже имеются. Понятно мне уже давно, Игнат Тихонович, что вы сканируете людей на расстоянии. И в молитве Господь открывает многое. Да, отсутствие жены порождает гормональные сдвиги в организме, темпы бешеные в городе. Природу никуда не спрятать, данную Господом. Молитва и пост. Все время мечтала о жене. О, где же моя голубка? Где воркует? Но за место голубок вокруг меня кишат шалашовки. Моей вины тут нет никакой. А теперь и о жене не мечтаю. Мечтаю только, как побыстрее избавиться от немощи, чтобы усерднее вершить дела для Господа. Слава Христу! Елена посмотрела собрание общины, и там Игнатий Тихонович объяснил, когда человек покачивается при разговоре на ногах, то это говорит о его блудных помыслах на носки и на пятки. А у нас новый батюшка, архимандрит, перед аналоем и на амвоне раз скачивается с пятки на носок. И я вспомнила о словах Игнатия Тихоновича: «Господи, помилуй! Помоги нам, Христос, и укрепи нас!» Это, видно, Калинников уже выходит. Для него эта тема понятная. И он и не забудет, о чем говорили. Ну вот, это мой мир. Очень уважаю этот очень хороший ресурс, приятный такой. Ни контакта, ничего не признаю. Ну, тут раз кто-то был, то дальше вот видны. Я их удаляю. Наш православный форум Игнатия Лапкина. Во свете Библии, православный библейский сайт, две иконы, дальше еще там больше будет. Ну и наш видеоканал, вот он небольшой, 11 100 роликов. Ну это вообще, и вот что тут, сейчас я обновить хочу, показать, что тут и как идет. Вот, видишь, не дает открывать, все время что-то прыгает. Произошла ошибка. Повторите попытку. С третьей, четвертой попытки открывается. Ну вот сегодня поставил события дня. Посмотрели события дня. А вот вчера собрание было тоже 1736. А всего-то прошло 13 часов. Для нас это уже огромная цифра. Так. Бриться, Бог, это тут кто-то пишет, то глупости какие-то. Чтобы в рот не попадали пылинки, да наоборот у тебя попадают. Господи Иисусе Христе. А это фильтруется все. Ну вот так. На сегодня у нас все, слава Богу. Вчера собрание было, батюшка уехал домой. А дальше будет видно.